Итак, упражнение, посмотренное из профессионального бокса для синхронизации всего тела. В общем, там моментов очень много полезных и предназначено для самостоятельной работы. То есть можно это в рамках тренировки, ну и лучше всего, когда вы самостоятельно дома занимаетесь, как раз именно делаем эти упражнения. Как выглядит боксерский вариант? То есть с утяжелением и делаем первое фронтально. Повернулись. Выбросили. Вот. Выбросили. Так наносятся все удары. Прямые, боковые, апперкоты. Таким же образом можно наносить серию. Например, сейчас три удара. То есть раз, два, три. Раз, два, три. То же самое, соответственно, делается дорожкой в движении. Каким образом? На один удар. Раз. 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 Дошли до края, пошли обратно. Сбоку то же самое. Это же делаем серии. 2, 3, 4, 5, сколько угодно. В зависимости от необходимости. И назад. Это боксерский вариант. Адаптируем его под нож. Несколько вариаций. Первое с перехватом, чтобы задействованы были обе стороны. Вообще нужно работать на обе стороны. Левой, правой. Делаем. Раз. Угол. Возврат с перехватом. Раз. Угол. Перехват можно делать где угодно, вверху, внизу, это уже по вашему желанию. То же самое, соответственно, например, двойка. Одной рукой, то есть конкретно уже касаемо фехтования. Раз, два, три. 4, 5. И вот начинается различие при перемещениях. Движение вперед с выпадом. Раз, два. То есть мы одной ногой берем, смотри. Раз, два, подтянули. Это когда правая, когда идет разножка. И, соответственно, мы это все стараемся совместить в одной дорожке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То же самое при движении назад. Хотя назад это лучше не отрывать, потому что здесь только рассматриваем всегда движение вперед. Сбоку!
старайтесь, осваивайте, синхронизируйтесь.